Rio Loma Nama Sindo Rico Lori Mala Sinda la Jay. Eri non lo rimanda la suda la rama nama jaba seba jaya. Eri si che la rama la sinna radola si ma nama ja. O maria jia la sia la ra jia la sia la ra jia la sei. Wari na la sia la ria la rama la jaba seba jay. Wanda re si pa la rama jaba seba deba jay. O rima jia si ma rama jaba sei. O ya si ma rama jay. Oh, see, oh, Lordy, Maranjay, I say a day, I tend to say a tanda da. Womba rimba la, rabba jabba say a. Hey, rimba sumo, rabba jay. Hallelujah. 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 Slava tibe. Hallelujah. Слава тебе, великий Бог! Слава тебе! Аллилуйя! Слава тебе! Всей чести, все слава принадлежит только тебе! Ты великий Бог! Ты царь царей! Ты князь князей! Всю честь и всю славу мы воздаем только тебе! Иисус, ты наш царь! Ты наш царь! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе, Иисус! Благодарю тебя. Благодарю тебя за этот день. Благодарю тебя, что ты приходишь и что твое присутствие, оно покрывает нас. Оно изменяет наши сердца и наши жизни. Иисус, всю честь и всю славу мы воздаем только тебя. Ты наш царь. Ты царь царей. Ты князь князей. Ты великий Бог. Вся слава, вся честь и вся сила тебе, Иисус! Аллилуйя! Наполни наши сердца и наши жизни, чтобы они изменились, чтобы наши сердца, они были открыты, и мы могли прийти к Тебе и всю свою жизнь без остатка отдать Тебе на служение, потому что Ты простил наши грехи, Ты изменил наши жизни, Господь, Иисус, Иисус, приди на это место, Иисус, мы жаждем Тебя, мы ждем Тебя. Era Sinda Rei, oh Rabba Jay, oh Rabba Simba, Rabba Jabba. Alleluia, 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 Slava Tibe. Alleluia. Simbolo Rama Nama, Simbolo Rama Jibala, Sikolo Rabba Jibala, Seba Dabba Jaya. Era colo simo do homme ne ma simo ro malare ma je besei Eri molore ma la simo la ma na ma na ma son do re bala ja basei
Всю честь и славу мы воздаем Тебе. Наши сердца открыты, и мы ждем Тебя. На этом месте, Господь, приди и коснись наших жизней. Коснись наших сердец, чтобы мы не остались равнодушными. Чтобы наша жизнь, она изменилась. Господь, этот год, он прошел. И мы стоим на пороге нового года, новых возможностей. Господь, измени наши жизни. Дай нам цели. Дай нам планы, чтобы мы могли видеть их и могли бы двигаться в направлении ближе к Твоему Царству. Господь, чтобы мы могли исполнить волю Твою во имя Иисуса. Господь, чтобы наши жизни, они были бы благоугодны Тебе. Господь, приди и дай нам мудрости. Дай нам принять решение и двигаться Тобой, Господь, Ереба Симала Раба Джаба Сабаджей, Ереба Суала Раба Джаба Сабаджей, Аллилуйя, 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 слава, слава великому Богу, Аллилуйя, 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 спасибо. Спасибо вам. Аллилуйя. Сядь, присядьте, дорогие. Это интересное служение, оно последнее в этом году. Это не последнее служение в нашей жизни, но это последнее служение в этом году. Когда мы можем остановиться и посмотреть, что было сзади. Что мы сделали, что не сделали? Сделали мы вообще что-то? Или вообще куда-то мы движемся или не движемся? Или этот год прошел так же, как и все прежние года? Или что-то было по-другому? Если мы читаем внимательно Писание, мы знаем, что Бог говорит, что Он каждый день творит все новое. Но когда мы сравниваем это с нашими жизнями, я задаюсь вопросом,
Был ли каждый день что-то новое в моей жизни? Было что-то в моей жизни по-другому, так, как было прошедшие года? Или год за годом он движется в то же направлении, это неизвестно куда? И тоже мы движемся и не знаем, какая наша судьба, что нас ожидает впереди, будет что-то лучше или не будет. Я хочу немножко с вами поделиться словом. И прочитаем 3 Царство, 17 глава. Я хочу читать с 1 стиха. «И сказал Илия фесвитинянинам из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии года не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорава, что против Йордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелеваю кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Хорава, что против Йордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. И было к нему слово Господне. Илия жил по слову Господне. Илия однажды покаялся, и он принял решение, что я буду служить Господу. Но я здесь вижу в этих стихах, Илия, он находился один. Мог Илия и дальше сказать: Бог, я никуда не пойду отсюда, и не пойду к людьми, но останусь также один. Ты же Бог всемогущий, ты можешь приказать воронам и воду ко мне принести. Мог сказать так Илия. Я был недавно в Англии и встретился с одними интересными людьми, англичанами настоящими, которые сказали: я живу в этом городе и размышляю о тех пророчествах, что Бог говорил этому городу. И все время думаю, что из этого города пойдет пробуждение в Англии, что что-то большое должно произойти в этом городе, и что Бог, Он будет что-то делать. И я задавался ему вопросом: а что делаешь ты для того, чтобы это пророческое слово, оно сбылось? Он говорит: ну, мы размышляем об этом. Я говорю: ну, а что ты делаешь лично? Он был как Илия, когда он был один. Он говорит: я никуда не хочу идти. Я не хочу идти к людьми. Я не хочу с ними общаться. Я просто сижу и жду, пока Бог меня накормит. И когда я задавался еще раз ему, говорю: ну а что ты делаешь? Ты же должен идти, если это горит в твоем сердце, и об этом начинать говорить. Он говорит: я сижу в церкви и жду, пока Бог даст нам силу. Я говорю: вот странненько. Мы в нашей церкви идем к людьми, идем в народ и говорим об этом. Он говорит: ну, это у вашей церкви только такие большие мускулы. У нас еще нет их. Я говорю: слава Богу. Но однажды мы тоже были такими, когда покаялись и могли остаться одними. Если дальше мы читаем, что дальше говорил Бог Илье: и было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелю там женщине, вдове, кормить тебя. Илия пошел в церковь. Я вижу это так, что он пришел в церковь, где есть люди друг к другу. Моя проповедь сегодня называется: «Твое служение тебе спасет». Я увидел, что Илия, если бы он остался там один, я думаю, что Бог его больше бы не кормил. И если эта вдова, с которой Бог договорился, с которой Бог дал назначение ее судьбе кормить Илью, если она бы не была послушной, я думаю, она спасение не приобрела бы. Я смотрел на свою жизнь, и некоторые могут сказать, что когда раньше я слышал слово «служение», это меня пугало. Потому что это слово, мне казалось, это что-то большое, недостижимое. Что служение – это только где-то на сцене. Это только так много надо всего знать. И когда учиться говорить и все остальное, и тогда только я могу служить Богу. Но вот однажды он постучился в мое сердце. Он пришел и сказал:
Ты хочешь отдать свою жизнь мне? Мы все однажды стояли на линии покаяния, и все мы однажды отдали свою жизнь Богу. У нас было там намного больше, чем сейчас. Но как-то не все продвигаются вперед. И когда я сказал: «Бог, я хочу, ну что я могу делать?» Я не знал. И долго, время прошло, год, может быть, 2 года, где-то так, пока я узнал, что Бог от меня хочет. Я думал, что я буду евангелистом. Я буду проповедником и буду евангелистом. Но однажды, на молитве, даже не думая ни о чем, пророческое слово прошло через меня, и Бог сказал, что Он будет пропускать деньги через мою жизнь в церковь. Я думал: ого, и первое, о чем я замолился: Бог, когда эти большие деньги ты будешь пропускать, сделай так, чтобы мое сердце они не прилипло к этим деньгам. И все, и дальше я все равно говорил, что я буду проповедником. Когда мои друзья мне звали на бизнес, надо с Германии машиной гнать все, я им уже предупреждал. Я говорю: вы только не удивляйтесь, если вдруг я пропаду. Они говорят: как так? Потому что я буду евангелистом. Это я столько временно с вами здесь посижу немножко, поработаю, но в принципе я евангелистом буду. Так что вы не удивляйтесь. Ну как-то Бог мне все время двигал не в то направление, в которое я хотел. Вдове, я думаю, тоже Бог пришел и сказал, что ты будешь кормить. Она говорила: ужас, где кормить? У меня самого нечего кушать. Если посмотреть тогда на мою жизнь, мне мало чего было, вообще ничего не было. Двухкомнатная квартира, где туалет был за углом, и вода в колодце во дворе, и все. Где у нас были только 2 стакана, остальные баночки, когда люди к нам пришли, и если побольше надо было, тогда мы заливали им чай в баночках, потому что не было стаканов. Не знаю, где они делись, просто не было. И когда Бог в тот момент сказал, что Он будет пропускать через меня большие деньги, я думал: ну, 100, 200, 300, ого, это большие деньги. И Бог начал свою работу, когда? Когда я согласился. Я сказал: хорошо, Бог, если Ты так сказал, я буду так делать. И я начал работать, и 3 раза выезжал на базар. И 2 своих дохода я жертвовал. Я не ждал, когда Бог даст мне большие деньги. Я начал делать то, что сделала вдова. Когда Илья пришел к вдове, что он сказал? Дай мне воды напиться. Она пошла туда. И говорит: и плюс еще захвати 10 лат дай мне. Он говорит: Илья, ты что, обалдел вообще? Какие 10 лат? У нас самих осталось 10. Я куплю покушать себе, своему сыну, и потом мы умрем. Логика непонятная. Умереть перед тем или после того. И что Илья говорил? Сделай так, как я тебе сказал, и не умрешь ни ты, ни сын твой. И я увидел в своей жизни. Я мог бы сказать, что в первую очередь я должен заботиться о себе. Вы поймите меня правильно, я просто рассказываю то, что понял я. Я рассказываю то, что пережил я. У нас у каждого есть своя судьба, у нас у каждого есть свое направление. Кому-то это финансы, кому-то это молитвы, кому-то это ячейки, кому-то это евангелизации. Но я знаю 100%, что Бог, Он говорил с каждым. Когда у меня были тяжелые обстоятельства, и я приходил перед Богом и молился: Бог, где эти пророчества, где эти большие деньги? У меня долги, у меня бизнес вообще не катит, я вообще в бизнесе ничего не понимаю. Пока я придумываю один ход, мой брат по крови, он уже 3 хода вперед придумал. Я говорю: я не догоняю, какой я бизнесмен, где это все? И в такие трудные моменты он приходил опять с пророческим словом и говорит: сделка будет приходить к тебе непрерывным потоком, и финансы в твоей жизни, они будут приходить. И тогда, когда я уже вообще растерялся или думал, что брошу все, Бог показал мне видение. Я не ожидал и даже не думал об этом. Я стоял на служении, прославлял, мои руки были подняты. И вдруг я увидел, что через мои руки проходят деньги, скрученные в трубку. Как и входят деньги, а выходят как вены с кровью. Я понял, что это экономическая кровь. Я посмотрел вниз, что мои карманы, они были полны набиты деньгами. И думал: ого, Бог, это ты. Ты утверждаешь и никогда не даешь поколебаться нам. Только если мы сами не захочем этого. И я хочу, мои дорогие, чтобы мы в этом году
остановились и подумали, и посмотрели на свою жизнь, что мы сделали, куда мы движемся. Движемся ли мы в то направление, в которое хочет Бог нас вести? Потому что я знаю, что если мы будем идти вместе с Богом, мы никогда не потеряем. Мы никогда не будем брошены. Мы никогда не потерпим крах. На сегодняшний день я уже могу говорить совсем по-другому, как говорил раньше. Сегодня я говорю, я согласен, Бог. Я бизнесмен. Почему? Потому что ты так сказал, ты так хочешь. Но с этим я боролся 7 лет. Мои дорогие, если Бог тебе что-то говорит, и ты хочешь отдать Ему свою жизнь, но сопротивляешься тому направлению, в какое Он тебя ведет, Он все равно добьется своего. Когда Бог начинал меня воспитывать или учить в бизнесе, я думал, ну хорошо, ладно, буду бизнесменом. Я работал в лесу, начал с пилой в руках работать. Дальше я поднимался по ступеням, стал начальником, потом уже стал покупать леса, потом выше, выше и выше. И однажды, каждый момент, когда что-то не получалось в моем руководстве, я все бросил, взял пилу в руки и пошел в лес. Почему? Потому что там думать не надо. Ты видишь дерево, пошел к нему, свалил, ага, свои денежки получил. Но когда ты руководишь чем-то, тебе надо побольше мозги напрячь. И я так всегда хотел отмахиваться от этого. Я не говорю, что Бог сломал мои ноги. Ну, случилось в лесу, что я сломал ногу. И когда лежал в больнице, я думал, Бог, ну почему? Ну как-то интересно было. Это не заставляло меня разочароваться в Боге. Ну наоборот, как-то казалось, Бог, не, ну я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Однажды ногу сломал. Потом понял, что ну нельзя, надо мне по-другому как-то думать, двигаться. Ну не получилось по-другому. Опять пришел такой момент в жизни. Я взял пилу в руки и побежал. Не то, чтобы разбираться, как, скажем, ну, Бог говорит, что мы князья, что мы начальники, что мы царственное священство. Вы видели царей в лесу с пилами в руках? Ну, нет, конечно. Если Бог говорит, я царь, я царственное священство, я твой сын, ты владыка, я твой сын, и я знаю, что ты все дашь мне. Я понимаю, что есть этапы, когда ты это делаешь, но когда эти этапы уже становятся хроническими, тогда надо что-то менять. И я опять побежал в лес. И что вы думаете? Получил по голове. Не думай, что я обвиняю Бога или говорю, что это Он сделал. Нет, это не Он. Но после этого удара я уже точно не мог с пилой работать. Уже понял, Бог, меня учить больше не надо. Я понял, что ты хочешь, чтобы я руководил. Потому что большие деньги с пилой в руках не заработаешь. Это только одна твоя территория. Ну сколько человек может от силы проработать? Ну я делал 12 часов, работал уже последние... Там полчаса я на коленках подползал к дереву и валил его. Ну, это опасно. Больше сил нету. Все, больше не заработаешь. И однажды по этой теме я услышал, что Иосиф, когда увидел, когда рассказал этому фараону сон его, что придут 7 тучных и потом 7 худых. И он начал думать, оказывается. Он не сидел и не ждал, пока урожая придет много. Он начал думать, так, река Нил выходит из своих берегов 2 раза в год. Орошает определенную территорию земли. Дальше эта река не уходит. И он подумал, как там может урожай удвоиться. Никак, надо что-то сделать. Он прокопал каналы. Представьте себе, он прокопал каналы, вдоль Нила, от Нила, чтобы когда Нил будет выходить из своих берегов, чтобы эти земли вдвойне орошались. Я правильно сказал по-русски, все поняли, да? И тогда урожай, он умножился. Так мне вопрос, а при чем Бог? А Бог дал ему мудрость, что ему надо думать. И я однажды сел и начал думать, Бог, в скольки людьми уже, может быть, сказал, я тебе благословляю, я простираю твои границы, я буду наполнять твои кошельки и твои руки будут благословены, и ты много будешь зарабатывать. Но мы находимся на том же самом месте, где сидели все время.
И тогда задайся сам себе вопросом. Может быть, уже ты максимум благословений с твоего места вытащил. Может быть, тебе надо молиться сейчас другой молитвой. Бог, покажи, где мне эти каналы прокопать. Где мне удвоить эти земли, чтобы это благословение пришло в моей жизни. И также Бог меня вел этим путем. Я остался им верным. Я остался тем, что он мне показал. Когда ко мне приходили деньги, я в первую очередь вспоминал все время слова, что пастор говорил с этой сцены. Он говорит, если ты будешь заботиться о доме Божьем, Бог обязательно позаботится о твоем доме. И представьте мое удивление. Ну, какое у нас мышление у людей, ну, такое вот узкое, наверное. Пришло время, когда Бог меня благословил, я мог купить машину. Я поехал покупать машину и думал, ну, я сейчас куплю хорошую, дешевую машину. Ну, не бывает хорошей и дешевой. И представьте, я мучился, не знаю, может быть, день. Я купил хорошую машину, но не дешевую. Дорогой, думал, вот это не благословение все-таки. Ну, наверное, я сам поспешил, но Бог меня не благословил, потому что я купил хорошую, но дорогую машину. И потом прояснение пришло, как лампочка лучит. Как не благословение? У тебя же есть денег был, чтобы ты мог купить хорошую и дорогую машину. И я понял, точно, это так. Мы будем покупать дорогие вещи. И это будет благословение. Почему? Потому что Бог будет давать нам деньги для хороших вещей. И когда у меня был перелом черепа, И когда были после этой всякие болезни, эпилепсия, мне сказала, что после этого у меня будет эпилепсия. И она и началась. Я когда засыпал, у меня дергалась одна сторона. Но благодаря тому, что я согласился служить Богу, Бог не оставил меня, Бог исцелил меня. И мне не надо было ждать несколько лет. И даже скажу вам, что не надо было ждать специального возложения рук. Что я делал в тот момент? Я служил, как вдова, если вы читаете внимательно. Когда Илия пришла, что она делала? Она собирала хворост, чтобы в печку поставить и испечь эти блины. Она работала. И когда мое исцеление пришло, я сидел, это была конференция, я сидел совсем другой в комнате и переводил от русского на латышский, чтобы по Угрс ТВ можно было пускать эти кассеты. И вдруг один служитель из сцены говорит, кто-то там исцеление получает, голова, эпилепсия, что-то такое, там исцеление получает. Я сидел у этого экрана и говорил, это Бог, это я, здесь, я. И так чувствовал, ничего не почувствовал. Думал, ну, мимо прошло, в зале не был, наверное, ушло мимо. Но на утро, когда я встал и пошел молиться, и вдруг я понял, что я исцелен. У вас бывает такое, что когда вы поняли, тогда вы поняли, уже никто вас не вышибет из этого. И вдруг я понял, что я исцелен. И мне пришла идея, надо проверить. А как голову проверить? Ну как, до вечера ждать, пока буду засыпать, будет сторона дергаться. Нет, это долго ждать. Думал, стану на голову. У меня травма была в марте, а это было в июле. Посчитайте, сколько месяцев только прошло. И я думал, если я опущусь на ноги нормальным, значит все в порядке. Встал на голову, опустился нормально. Зову жену, говорю, жена, приходи. Бог меня исцелил, смотри. Она говорит, что ты будешь делать? Я говорю, на голову вставать. Она говорит, ой, пожалуйста, не надо. Я уже насмотрелся на эти твои травмы. Я говорю, не-не, Бог меня исцелил, 100% сеть будет, все в порядке. И все, вечером засыпал, эпилепсии нету. И до сих пор нету. Слава Богу! Бог нас может вести в нашей жизни через некоторые ситуации, только для одной цели, чтобы мы изменились, чтобы наше отношение к Нему изменилось, чтобы мы стали другими. Я мог сказать, однажды я очень удивился, это было давно. Я знаю, что я откровенно сказал Богу, Бог, я хочу Тебе служить, и я хочу, чтобы Ты дал все, что ты приготовил для моей жизни. Если ты хочешь, чтобы я стал миллионером, я хочу это. Я хочу дойти до этого и взять это. И когда однажды я увидел, что рядом мой брат живет лучше, чем я,
У него мебель лучше, чем я. У него все оборудовано лучше, чем я. И он говорит, что он жертвует много. Я удивлялся. И когда я знал, сколько у него зарплата, я задался вопросом. Я говорю: Бог, а почему такая несправедливость? Он получает столько, жертвует, ну, я думаю, столько, а живет лучше, чем я. А я получаю столько, жертвую столько, и я хуже живу. И Бог мне ответил. Он сказал: этот человек мне попросил, дай мне, Бог, 500 лат зарплату. Мне больше ничего не надо. Все, я буду довольным, и все, до конца жизни. А ты мне сказал, дай мне все или ничего. Но чтобы ты все получил, тебе надо путь намного больше пройти. Я говорю: понял, Бог, я буду двигаться вместе с тобой и получу свою награду. Аминь. И пойдем дальше, прочитаем дальше. Остановились мы. Так, и встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руке своей. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И думаю, что это знакомо нам всем. Когда Бог что-то спрашивает от нас, говорит: приди на служение. Ой, Бог, у меня тут, ты что, у меня времени нету. Моя семья, она потерпит, я не могу, я бы с удовольствием, но только не сегодня, не сейчас. Потому что если я уйду, тогда мои дети умрут, моя жена умрут, а в конце потом и я умру. Было так? Когда мы слышим, надо взять ячейку, ой, нет, только не я, я не могу, потому что я должен устроить свой дом, потому что я должен все обложить свой дом, должен еще много чего сделать, и потом я возьму ячейку. Но если мы читаем и здесь смотрим, что происходит, когда мы соглашаемся. Смотрите, я жил в двухкомнатной квартире. Такой город есть. Ой, такой мрачный город, Яунилгава. Находится около Айскроукла. Вода у меня во дворе была, туалет за углом. Зимой, ну представьте все это. Я жил там, и я согласился служить Богу. Я там еще находился и жил. Вы помните, у меня не было стаканов, да? Потом мне пастор принес коробку 200-граммовых этих. Знаете, как раньше в столовых было. Так мне появились первые стаканы. И вот я жил так и согласился служить Богу. И я не только согласился в словах, но я и начал это делать. И с того момента не сожалею ни одного грамма. Следующее мое место жительства было двухкомнатной, трехкомнатной квартире, благоустроенная в городе Кокнесе. Это находится между Айскроуклей и Якопилсом. И когда я перебрался в тот город, мне казалось, что там небеса другие, что люди совсем другие, потому что в каждом городе есть своя печать, есть люди мрачные и есть все. И я начал чувствовать, что я начал жить совсем по-другому. Следующее мое место жительства было арендовочный дом. Правильно говорю? Я снял в аренду дом в городе Икшчеле. Это между Ригой и Огрой. Двухэтажный дом. И когда ты хочешь идти вместе с Богом, ты увидишь все чудеса, о которых ты спрашиваешь. И когда мы о чем-то молимся, мы должны быть очень осторожными. Потому что после травмы головы у меня была пенсия инвалидная. Один год только. 30 лат. Я говорил: Бог, дай нам дом на эти 30 лат. Чтобы нам не надо было больше платить. Вот только эти 30 лат за дом выкщили. Ну как-то, ну, странненько казалось. Ну, мы так молились. Приехали. Нам показываете один дом, спрашиваем, сколько надо платить, 150 лат в месяц. И знаете, когда вот слышишь эти все слова, тогда твои 30 лат уже кажется, ой, что-то я не то сказал, лучше как-то стыдно уже вспоминать самому, что я спросил.
приехали на трехкомнатную квартиру, сколько, 80 лат в месяц, думаю, ой, ужас как. И тогда ходили так по району, там в домах, и один сосед говорит, вот этот дом пустой, двухэтажный, около Даугавы почти что. Я говорю, ну да. Он говорит, а они продают. Я говорю, ну продают, а мы хотим сарендовать. Ну возьмите, позвоните. Ну я позвонил и говорю, ну мы не хотим покупать, а сарендовать. Вы готовы нам дать? Они говорят, да. Я говорю, а сколько вы хотите за него? Он говорит, 30 лат. Я говорю, сколько? Слава Богу. Они говорят, 30 лат. Я говорю, я согласен. Я согласен, конечно. И когда прошло 5 лет, и они хотели цену поднять, я узнал, чем их пугать. Я говорю, тогда мы уходим. Ну, не-не-не-не, мы передумали, пустые такие эти 30 лат. И так я 7 лет прожил в этом доме и платил только 30 лат в месяц за двухэтажный дом. Викчело, около Даугавы, река. Летом вообще красота, и зимой тоже. И сейчас мое последнее место жительства – это уже мой собственный дом. Слава Богу! Бог поднимает. И хочу напомнить всем, что я сказал перед тем, когда я все время думал так, и надеюсь, что буду думать, и не оставлю это, что в первую очередь я хочу заботиться о Доме Божьем. И Бог позаботится обо мне. Сейчас я живу около Икщелы, вокруг лесок. У меня земля, полгектара, дом, сруб экологически чистый, 300 квадратных метров. Слава Богу! И это все сделал только Бог, только Он, когда мы служим Ему и когда мы верны Ему. И я до сегодняшнего дня хочу сказать, не перед вами, но перед Богом. Я не хочу хвастаться этим, что я до сих пор думаю так, что в первую очередь я буду заботиться о Доме Божьем, и Бог позаботится обо мне. Может быть, мой дом еще не устроен так, как я хотел. У меня до сих пор, если вы помните, какое-то время обратно я говорил, что мой телевизор только 51 сантиметр диагонал. Ну, хочется большой, но пока не получается. Но я знаю, что Бог, Он позаботится обо мне. Я встречался с людьми, которые были рядом с пастором здесь в Риге, когда я еще не был. И когда мы разговаривали, я ему задал вопрос, а для чего тебе бизнес? Он говорит, ну как для чего? Чтобы мы лучше жили. Ну и, конечно, чтобы мы жертвовали. И я так заметил, как будто, ну, просто слова. Когда мне задают вопрос, для чего тебе бизнес? Я говорю, для того, чтобы жертвовать, ну и, конечно, лучше жить. А когда люди меняют слова местами, тогда у них жизнь получается так же. И я знаю, что у тех людей, они не живут так, как они хотели. Они не живут так, как, может быть, желали. Но я знаю, что если мы останемся верны, это не только в финансах. Если ты откроешь свой дом для ячейки, если ты будешь сам идти на ячейку, если ты откроешь свое сердце для молитвы и для служений очень много, если ты не занят в церкви, но ты хочешь чем-то заняться, но не знаешь чем, пожалуйста, здесь сидит Людвиг, подойди к нему и скажи, я хочу чем-то служить. И назови, чем ты можешь, или молитвой, или своим домом, или, ну не знаю, но есть много вариантов. Но я знаю, когда мы не оставим Дом Божий, когда мы будем находиться здесь и будем служить Богу, Бог поднимет нас. Он никогда не оставит. И я хочу провести черту в этом году. Вы знаете, я считал пару лет обратно, сколько я в год принес свою жертву. Почему я это считал? Потому что я не хочу, чтобы моя жертва, она уменьшилась, но чтобы она возросла. Я считал один год, другой год меньше, третий год меньше. И я задумался, Бог, почему мое сердце не изменилось? Ну, прочитаем дальше. И я отвечу на тот вопрос, который я задал сам себе. Так, он сказал, жив Господь. И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделай после. Знаете, дьявол приходит нас обманывать. Он говорит, что Бог от нас требует все,
Ну посмотрите, в этом местописании Илья сказал, сделай маленький опреснок в первую очередь мне, а потом сделаешь себе и своему сыну. Но когда тебе говорят, есть квартира, ты можешь открыть двери своей квартиры, послужить чем-то. Нам кажется, что от нас сейчас заберут все. Придут, увидят что-то, заберут и оставят нас ничем. И мы умрем, и наша семья умрет. Нет. Почему Бог это делает? Чтобы поднять нас. Почему здесь звучит слово о пожертвовании? Я однажды думал, Бог, ну что тебе стоит дать пара верным по пара миллиону, и больше не надо делать призыв к пожертвованию. И Бог сказал, ты эгоист, потому что ты хочешь думать только о себе и еще о ком-то. А я думаю о всех, потому что мой народ не должен жить в нищете, но живет только по одной причине – из-за своего незнания, из-за того, что позволяет прийти дьяволу и обкрадывать. Чем? Когда звучит слово, им кажется, что церковь, она собирает деньги только для того, чтобы сама лучше жить. Нет, дорогие, мы все пользователи этого здания, мы все пользователи тем, что здесь происходит и что звучит. И Бог хочет нас благословить в этом всем. Читаем дальше. «Ибо так говорит Господь, Бог Израиля, в мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на земле». Когда я задался вопросом, почему мои годовые жертвы, они понижаются? Потому что есть время, есть сезон, когда есть дождь, и когда земля дает плоды. А есть сезон, когда нет дождя. Но в этот сезон, когда нет дождя, Бог говорит, мука твоей катки не кончится. Это не будет, что все будет меньше, 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 и в конце мы все умрем. Это не будет так. Потому что Бог обещал, что мука в катке не кончится, пока Бог не даст дождь на земле. Знаешь, что нет такого, что ты все время идешь сверх. Есть времена, ты идешь вверх, но Бог тебе даст мудрость, когда будешь идти вниз, чтобы ты был готов. Это время нас обокрало. Это время нас обмануло, скажем так. Мы не были готовы. Почему мы многие сейчас терпим кризис? Только тому, что нас обманули. Мы думали, что так будет все время, и мы не были готовы к этим дням. Раньше мы думали, что когда откладывая себе на черный день, это глупость, потому что черный день тогда и придет. Он пришел, только мы ему не готовы. Если мы бы знали те мудрые слова, мы бы приготовились. Но я знаю, что Бог, Он верен. Когда? Когда мы открываем свои сердца и говорим, Бог, я обложился. Бог, я сделал неправильно. Ну, прости, помоги мне. И никогда не было такой ситуации, когда Бог бы оставил меня после таких слов. Не помню, когда я был в Германии и гнал машины из Германии. И одну машину гнал, доехал до границы между Германией и Польшей, и меня не выпускали из Германии. Говорят, у тебя местные номера немецкие, а надо поменять на транзитные. Ну, я там их там упрашивал, говорю, ну пропустите, я так проскользну как-то. Ну, я думал в своем детском уме, что они пропустят меня, и я там проскользну Польшу и доеду до дома. Они говорят, не-не-не, все, ты должен ехать обратно, покупать транзитные номера, и тогда мы тебя только выпустим. Я думал, куда обратно? Это больше 1000 километров. Транзитные номера, сколько они стоят? Я ушел спать, потому что вспомнил одну мудрость, что утро вечером мудренее. Это точно, это от Бога. Точно вам говорю. Вечером расстроенный ты, мозги не работают, ты можешь надумать всякой ерунды. А утром свеженький встал, и первая моя молитва была из Иоанна, из первого послания Иоанна, 1 главы, 15 главы. Я говорю, если в чем-то я согрешился, Бог, прости мне. И там написано, что Он прощает, Он верный, Он прощает нас. Я с такой молитвой помолился, говорю, Бог, все, если я что-то наделал, и неправильно все, прости мне, помоги мне. И мне пришла мудрая идея ехать в порт. Я беру карту смотреть, какой порт здесь ближе. Вторая мысль, в Росток. Ну, я начал ехать,
Третья мысль. Едь на 80 км в час. И не быстрее. Ну, я по автобану еду 80 км в час. Все едет мимо там грузовики. Мне показывают зажигалку. Ну, наверное, чтобы я дал закурить. Нет, чтобы я зажег свою машину где-то. Знаете, ну я себе говорю, спокойно, спокойно. И так я доехал на очень маленьком, очень мало растратил топлива, но проехал большое расстояние. И когда я приехал в порт, там все закрыто, была Пасха. Они праздновали. Я не знал, как я оттуда доберусь. У меня было 200 марок, тогда еще марки были. И я когда там находился, я встретил одного эстонца. И с ним познакомился, он меня кормил физически, я его кормил духовно. И ему оказалось, надо уезжать в другой порт совсем. Ему там не надо было находиться. Ну просто его машина остановилась, на месте работала, он хотел ехать вперед, она заглохла. Он вызвал специалистов, не могли найти причин, 2 дня прошло, только тогда нашли, что мусор маленький в трубке. Лежит и не дает топлива, он опоздал свой пароход в другом порту, он приехал сюда. И когда вечером сидим, ему уезжать уже в другой порт, он говорит, знаешь, я тебе дам деньги. Я говорю, а ты знаешь, я тебе обратно их не отдам. Он говорит, я знаю, сколько тебе дать. Но я был так взволнован, уже понял, что я попаду домой не только один, но уже с машиной. Потому что я уже принял решение, да ну эту машину брошу, лишь бы один добраться домой, все. Не знал, сколько стоит. Я говорю, ну если ты мне хочешь давать, ты должен знать, сколько. Представь, чужой человек, в чужой стране. В Германии эстонец активный. И он говорит, я тебе дам 300 марок. Он дал мне 300 марок. Всего у меня было 500. Я же знал, все, я домой. Все, утром все открывается. Я покупаю билет с пароходом домой. Утром пошел в это агентство. И этому говорю, мне нужен билет на пароход в Латвии. Там по-русски уже говорит, он говорит, с машиной. Он говорит, так, надо посмотреть, не знаю, будет ли места. Я думаю, ты не говори мне, если Бог деньги дал, место уже точно будет. И он говорит, о, есть место, да, есть. Я говорю, ну а сколько это стоит? Сколько стоит все место? Он посчитал, 400-700 марок. Я говорю, 470 марок. Я взорвался, я говорю, ты знаешь, что Бог меня вывел из Германии? Он только так глазами моргал, да, а у нас таких людей нету. Я говорю, у нас тоже нету, но у Бога есть. Я говорю, ну ты герой, он мне говорит. Я говорю, при чем тут я? И, короче, так я попал домой, Бог вывел из любой ситуации. Когда? Когда мы верны Ему. Читаем дальше. Я думал, короткая будет проповедь, но смотрю, надо мне подгонять уже. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Как мне нравится это. Ну, вам нравится? Вы знаете, что вы не умрете, и придет дождь на эту землю, и Бог благословит вас. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормился он, и она, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убивало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого, вы прочитайте дальше, вы не представляете, что Бог сделает с нами, с нашей семьей, если мы будем служить Ему. Представьте, Илия жил у этой женщины. Этот дом, где жила эта женщина, Илия не предложил, ей. Но оказалось, там была хозяйка. Тогда представьте, кто питался. Питался эта женщина, вдова, сын ее, и весь этот дом, хозяйский дом. И что произошло потом? Это хозяйка, сын хозяйки заболел. Между прочим, это только я недавно увидел, что здесь продолжение идет. Я думал, что все время здесь заканчивается. Эта вдова выиграла, она выжила, и все потом дождь пошел, и все, оказывается, нет. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Короче, умер, да? Если так попроще писать. И сказал она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напоминать грехи мои, умертвить сына моего. Вот странно, Илья же с ней не говорил. А почему она говорит, ты пришел напомнить мне мои грехи,
Представьте тогда, что происходит с нашими родственниками, если мы служим Богу. Вы однажды, они, ты можешь молчать, ничего не говорить. Однажды они могут прийти и говорить: ты уже меня достал. Зачем ты все время напоминаешь мне мои грехи? Как мне от этого освободиться? Ты скажешь: легко, просто. И сказал она Илии: что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего? И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял ее с рук ее и понес ее в горницу, где он жил, и положил ее на свою постель. И возвал Господу и сказал: Господь Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвишь сына ее? И простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Представьте, чудо это было. Это однажды случится в церкви. Потому что мы находимся в церкви, и мы зовем в Господу, и мы служим Ему, и Господь ответит. И смотрите дальше. «И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И сказала эта женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истинно». Как мы ожидаем это? Как мы ожидаем, когда наш народ, когда наши родственники, наши близкие однажды бы могли это сказать? Но одно интересное, эта женщина кормилась все это время в этом доме. Она видела, что мука в катке не заканчивается. И для нее это не было чудо. Может быть, для многих наша жизнь кажется, то, что происходит с нами, это не чудо. Но когда что-то затронуло ее жизнь, затронуло ее семью, и Бог исцелил через Илью, благодаря этой вдове, как это и произойдет в вашей судьбе, я знаю, что Бог поднимет и покажет разницу между теми, которые служат Ему, и которые не служат. И это грядет скоро. Я знаю, что приходит рубеж. Недолго осталось нам терпеть, недолго осталось нам ждать. Я знаю, что однажды родственники придут в твою жизнь и скажут: теперь я знаю, что слова Божии в устах твоих истинны. Почему? Потому что я увидела своими глазами, что Бог отвечает на молитвы, что Бог изменяет судьбы, что Бог поднимает жизни. Вы знаете, когда я своим родственникам говорил, что я больше не пью, прошло 5 лет после моего покаяния, а мне сказали: ты даже и не пил никогда. Я говорю: оба-на, здрасте. Это почти то же самое. Эта вдова могла сказать: ты же кормилась 2 года моей мукой, моими этими хлебцами. Она говорит: да не было такого. Дождь уже давно прошел. Но когда произойдет что-то другое, это ключевое чудо, оно свершится в нашей жизни. Мы должны сделать выбор, служить Ему или нет. Я пытался открыть свою жизнь вам и показать, как я это понимаю и как я веду себя. Я знаю, я хочу до конца своих жизней служить Господу. Я не хочу, чтобы мое сердце очерствело, и я стал нечувствительным, чтобы мои стрелки, они поменялись. Я не хочу, чтобы в моем лексиконе появилось: для чего тебе бизнес, чтобы я лучше жил. И, конечно, чтобы мог жертвовать. Я хотел, чтобы всегда Иисус Христос и Бог был первым в моей жизни. Я знаю, все остальное свершится. Как сказал полководец Дайнис Турлайс: если Бог с нами, тогда все будет хорошо. Так и будет. Станем, мои дорогие. И, может быть, подумаем каждый, что мы делаем. Или делаем ли вообще?
Неужели нам не надоела, может быть, та жизнь, которой мы живем? Но мы сами можем изменить эту жизнь. Все это в наших руках, в нашем решении. Если мы примем решение, наша жизнь, она будет яркой. Наша жизнь, она будет благословенной. Потому что Бог, Он не показывает чудо только для тебя. Если ты будешь служить людям, Бог покажет чудо. И самое большое чудо, самое большое служение нам показал наш Господь Иисус Христос. Когда Он висел у креста, это было, я читаю, и когда мыслю об этом, это, не знаю, это не входит в мой ум. Представь себе, Он весь уже в крови, весь измученный, висел у креста, и Он не думал о себе. Он сказал: «Отец, прости им». Кому? Палачам моим. Прости им, потому что они не знают, что они делают. И это могло, Бог мог сделать чудо после того, как Иисус отдал свою жизнь для нас. И сейчас через Иисуса Христа мы можем свободно приходить к Отцу. Нам не надо терпеть. Нам не надо идти через скорбь или через болезни. Мы можем просто сказать: Иисус Христос, свою жизнь мы отдаем в Твоих руках. Наша жизнь перед Тобой, и Твоя кровь, она обмывает нас и делает белее снега. Я хочу спросить, может быть, в этом зале есть какие-то люди, которые еще не знают Иисуса Христа как личного своего Спасителя? Может быть, ты еще ни разу не приходил и не говорил: «Иисус Христос, всю свою жизнь без остатка отдаю Тебе. Прости мне и помоги мне». Может быть, тебе кажется, ты можешь к Иисусу приходить только тогда, когда ты будешь все знать о Нем. Когда я первый раз был в церкви, я не понял ничего. Но одно я почувствовал, что здесь для меня начало изменения моей жизни. И когда проповедник позвал, кто хочет, чтобы его жизнь изменилась, я сказал: «Я хочу». И я вышел вперед и сказал: «Бог, если Ты есть, помоги мне, измени мою жизнь». И Он пришел, Он коснулся меня. Я хочу спросить, есть ли в этом зале люди, которые хотят отдать свою жизнь Иисусу Христу? Поднимите, пожалуйста, руки. С теми христиане? Вы, девочки, покаялись? Да? Молодцы. Это самое хорошее время, когда каяться. У вас все впереди. Бог даст вам чудесную судьбу. Аллилуйя. Слава Богу. Тогда я хочу, чтобы каждый задумался об этом годе, который прошел. И подумай, ты хочешь, чтобы такой же год был в следующем? Если не хочешь, если ты хочешь, чтобы Бог что-то изменил в твоей жизни, чтобы следующим годом год был благословение, или чтобы в следующем году Бог показал свою силу, отдай свою жизнь Ему на служение. 100%. Скажи: «Бог, я стою перед Тобой. Я стою перед Тобой. И всю свою жизнь без остатка отдаю Тебе на служение. Бог, дай мне мудрость, как двигаться в служении? Где мое место, чтобы я мог прийти, встать на свое место и служить Тебе без всяких ограничений? Слава Тебе, великий Бог!» И я хочу молиться за тех людей, которые принимают решение, что они не будут такими, как до сегодняшнего дня. Я понимаю, что мы все люди, мы все ошибаемся, и все можем или падать, или делать неправильные ошибки. Но Бог дает всегда нам новую возможность. Я хочу, чтобы каждому, кто здесь находится, следующий год он был совсем по-другим. Чтобы следующий год он принес вам радость, принес вам силу, принес вам победу в Христе Иисусе. Аллилуйя! И если ты здесь такой человек, ты хочешь, чтобы за тебя помолились, ты принимаешь новое решение, ты свою жизнь меняешь на 180 градусов, тогда выходи вперед, мы будем молиться за тебя. Аллилуйя, символу раба джимба сиколу раба джибасей. Эраба символу раба джимба сиколу раба джибасей. Эраба символу раба джимба ласиолу раба джимбасену раба джибасей. Слава тебе.
Аллилуйя, символ Раба Джубасей. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, когда был и еще один случай по этому же, по этому дождю, не было дождя 3 года. И когда пришло чудо, когда народ Божий принес жертву на жертвенники, я знаю, что Бог, Он коснется тебе. Это не зависит. Может быть, ты думаешь, я могу пожертвовать только 10 сантимов, у меня больше нет. Это большая жертва. Потому что жертва не зависит от суммы. Жертва зависит от того, что у тебя есть и что у тебя остается. Потому что кто-то, помните, Иисус сидел у сокровищницы, и Он смотрел, и там написано, что богатые вклали много. Они не жертвовали, они вклали. Когда я приношу жертву, я всегда стараюсь, чтобы это была жертва для меня, чтобы я чувствовал, что это не просто то, что я могу, и мне без разницы. Но я хочу всегда приносить, чтобы я почувствовал, что это жертва. Я знаю, что если бы я это не принес, я мог бы сделать одно, другое, третье, четвертое, пятое. Мог бы, может быть, себе. Я не говорю, вы не смотрите, пожалуйста. Я никого не хочу ни осудить, ни уничтожить. Но однажды я взял деньги, мне нужны были новые туфли. У меня была только одна пара. И когда я сидел на служении, и мне нужен был прорыв, тогда был Мадабука здесь на сцене. И тогда в моей жизни происходили перемены. Я понял, почему проклятие преследует меня. Почему я не могу вырваться на новый уровень в своем в бизнесе? Почему, когда приходит 1000 лат, я срываюсь? Когда приходит 1000 лат, мой бизнес срывается, и я должен делать опять новый круг. И когда я это понял, где причина, я сказал: Бог, я хочу вырваться. Я взял свои туфли и пожертвовал. И знаете, потом я ждал туфли, но туфли не пришли. Но пришли ответы в моем бизнесе. Я вышел на новом уровне. Я увидел потом, ого, уже не тысячи, а десятками тысяч. Я знаю, что если ты хочешь, чтобы Бог, Он сделал, у вас у каждого своя судьба, она великая. У вас у каждого свои мерки, у вас у каждого свои желания. Но я знаю, что Бог, Он на ваши желания ответит. Он смотрит на ваши сердца. Я знаю, что жертва, это показывает много. И представляю, как бы было легко, если собирали бы картошку. Ну, представьте, ну легче было бы принести мешок картошки. Но когда собирают деньги, кажется, а, как за живое. Почему? Потому что там вложены наши силы, там вложена наша жизнь, потому что деньги – это все, это экономическая кровь для нашей семьи. И когда нам кажется, зачем отрывать? Представьте эти дву, когда Илья пришел, сказал, дай мне опреснок. Он говорит, Илья, о чем ты говоришь? Это вообще куда? Это выходит из всей рамки. Спроси мне что-то другое. Воду еще могу принести, потому что 3 ведра у меня воды. А муки осталось только вот столько. Почему Бог так делает? Он хочет видеть. Неужели по-настоящему мы доверяем Ему? Потому что Бог, Он не играется. Он не хочет играться с нами. Он не хочет, чтобы сегодня мы говорили одно, а завтра другое. Но если мы принесем жертву, Бог знает, эти люди, они наверняка. Эти люди идут на весь банк. На этих людей я могу положиться. Поэтому прежде мы будем молиться, принесем жертву. Аллилуйя. Аллилуйя. Символ рабочего сея. Аллилуйя. Слава Тебе, великий Бог. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты Бог отвечающий. Господь, Твой огонь и Твоя сила, она меняет нас. Господь, мы доверяем Тебя, и мы не шутим. Господь, мы стоим перед Тобою, и наши жизни, они открыты, Господь. Мы отдаем свои жизни,
весь остатки Тебе. Господь, я отдаю свою жизнь Тебе. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я и весь мой дом, Господь. Мы будем служить Тебе. Слава Тебе, великий Бог. Слава Тебе, великий Бог. Херриба симуло рабаджа. Вы можете ведра пустить для остальных, которые не ходят на молитву. Поднимите, пожалуйста, свои руки. И знаете, что Бог, Он не шутит. Бог, Он отвечает. Симуло раджима ла сикала рабаджа. Симуло рабаджима селара дегадебсей. Херриба симуло рабаджама селара рабаджа. Jesus, you are the Lord of the Sabbath.